Всем добрый день, меня зовут Анна, моему сыну Владу 4 года, и с февраля этого года мы начали лечение в центре БР Давид. На сегодняшний день у нас было уже 2 сеанса, и вот за эти 2 сеанса у нас уже есть очень хорошие результаты. На первом сеансе я пожаловалась Давиду, что у Влада очень плохой сон. Мы очень долго засыпали с истериками, засыпали в полночь и даже позже. Вот, конечно, эта ситуация нас сильно вымотала, вот и поэтому моей первой просьбой было помочь нормализовать сон. Давид провел сеанс, потом прислал аудиозаписи. Вот, мы ставили эти аудиозаписи Владу, и с самой первой ночи все изменилось. То есть в первый раз Влад лег в кровать, уже из кровати своей никуда не выбегал, не кричал, не было никаких истерик, просто полежал тихонечко и заснул. И до сих пор, прошел уже месяц, до сих пор у нас со сном сейчас все нормально. То есть мы начинаем укладывать ребенка, и где-то минут 15, вот, может быть, 20, и ребенок уже спит. Так что большое спасибо Давиду за это. Это просто груз плеч. После второго сеанса наблюдались еще улучшения. У Влада появилась любимая игрушка мягкая. До этого мягкие игрушки нас совершенно не интересовали. Вот сейчас у нас любимая игрушка – это маленький такой кит, мягкий китенок. Он его носит везде с собой, даже на прогулку берет, спит с ним. И еще у нас есть слоники, вот ему тоже очень нравится с ними играть. Вот, так что вот это у нас улучшение. Потом Влад даже стал помогать какие-то вещи нести. Вот, берет, ну, какие-то покупки там из магазина, да, ну, что-то такое не тяжелое, конечно, вот, и прямо вот нес от супермаркета до дома пакет. Вот, что еще хотела сказать, ребенок стал нежнее, раньше ребенок не любил объятия, не любил, чтобы к нему прикасались, целовали его. Сейчас он намного стал нежнее. Вот, целуемся, обнимаемся. Ребенок сам ласку проявляет и хочет тоже, чтобы к нему ласку проявляли. Вот. И последнее, о чем я хотела сказать, это то, что Влад стал петь песни без слов, но очень хорошо воспроизводит мелодию. Вот, и это тоже большой и огромный плюс. Вот поэтому я говорю огромное спасибо Давиду. Спасибо вам большое, что вы помогаете нам и другим людям.